Приехали на Полюстровский рынок за рыбками. Корпус аквариумный, нам туда. Вход в аквариумный двор. Всем привет! Приехали на рынок Полюстровский за рыбками. Все открыто, все работает. А вот и рыбки. На рынке все открыто, все работает. Идем выбирать рыбу. Сегодня 25 июля 2020 года. В условиях возобновления работы заведений, связанных с карантином, мы приехали на Полюстровский рынок в городе Санкт-Петербурге. Мы приехали купить аквариумных рыбок. Купили гуппи и неонов.